День города в Шадринске начался со спортивных мероприятий. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Парус» состоялись детско-юношеские соревнования по плаванию «Шадринская волна». Мероприятия посвящены Дню города. В «Парусе» здесь проводим плавание среди наших спортсменов парусовских. Ну, хотелось бы поздравить наших горожан с Днем города и пожелать всего самого лучшего. Ребята занимаются у нас в спортивной школе. Некоторые год уже будет в октябре, а помладше ребята, набор был позже, они занимаются полгода. А последние ребята вообще занимаются месяцы. Поздравляю всех шадринцев с Днем города. Ребята участвовали в заплывах разной сложности в 4 возрастных категориях с 2008 по 2013 год рождения. Кто-то из них только встал на путь спортивных достижений, а кто-то уже имеет приличный опыт и достаточное количество наград, несмотря на совсем юный возраст. Я занимаюсь плаванием 4-3 года. У меня есть первые, вторые, третьи места. Я хочу стать будущей спортсменкой и тоже обучать плаванию всех. Всех поздравляю с Днем города, тренеров, там учителей, знакомых, близких, друзей. Всем удачи!